Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. С чем носить куртку женщинам за 50 осенью и зимой? Именно этот вопрос мы разберем в этом выпуске. Актуальные модели и столь же модные способы их комбинирования. Будет интересно. Среди женщин еще силен стереотип о том, что после возрастного рубежа в 50 лет можно носить только удлиненные куртки мрачных расцветок, которые скрывают всю красоту фигуры. Однако при правильном подходе укороченная модель верхней одежды также способна занять достойное место в гардеробах дам элегантного возраста. Главное знать, как грамотно сочетать такую модель. Еще одно удачное сочетание укороченной верхней одежды со свободным платьем. Носить короткую куртку женщинам за 50 можно и с любимыми базовыми джинсами. Женщинам за 50 стоит носить удлиненные куртки по особым правилам, чтобы нижний слой не норовил небрежно показаться из-под верхней одежды. Он должен обладать соответствующей длиной. Например, отличным решением может стать уютная трикотажная туника в сочетании с лаконичными джинсами. Также можно использовать любимый понравившийся вам верх в заправленном виде. В возрасте за 50 лет не стоит забывать про свою природную женственность и элегантность. Чтобы подчеркнуть такие качества в своем образе, можно взять на заметку актуальную куртку с ремешком или поясом на талии. Подобная модель значится в числе ведущих трендов 2020 года. Носить куртку с поясом женщинам за 50 можно еще и потому, что данный фасон отлично стройнит и придает силуэту пропорциональности и собранности. Как видите, в этом возрасте уместно смотрятся самые разные эксперименты с образами. Главное, не бояться воплощать их в жизнь, интерпретировать под свой вкус. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!